доехала я до Киева. Покажу я немного, как я ехала. Ой, вся такая уставшая. Второй день бродим, всякие дела свои решаем. Это я на квартире уже на снятой, то я была у друзей. Теперь я пробуду несколько дней на съемной квартире. Потом еще к друзьям поеду. Покажу, как я ехала. Чуток покажу, где я слегка прогуливалась. Ну уж снимала, как снимала. Еще что-нибудь поснимаю, но частями буду показывать. Постараюсь небольшими порциями. Ну и покажу вам своего дружочка. У меня есть дружочек Никитка. У ребят, с которыми я дружу, их сынок младший. Он такой молодец, он умеет на всяких штуках кататься, велосипедах. Прошу прощения, я себе делаю менее сладкий напиток, газированный, чем он есть на самом деле. Смешиваю с газировкой. Сейчас я поставлю, слегка подмонтирую, ну и буду хвастаться. Все, всех целую, обнимаю. Подписывайтесь, ставьте лайки, покажу вам свой Киев. Какие-то там пяточки. Ну, сейчас попробуем в разрезе. Возьми. Кому делать? Так это подарочные, да, вот эти вот для харакири штуки. Никит. Вот эти штуки для харакири подарочные, точно? В смысле? Красивые. Где? Про что? Ну, про шпаги. Какие? Ну, вот те. А, дедушкины. Да, угу. Деду подарили. Классные. Я как с тобой не сидит. Давай, Вилочка, да, я уже снимаю. Класс! Вообще не боится уже. Вообще не боится. Слушай, ну такой ценой, такие без шрамы у него, это вообще. Да. Слышь, что творит? Ага. Я ему говорила, говорю, ты эти фотки поставили с травмами, чтобы понимали, что нужно быть аккуратным и какой ценой, чтобы понимали. А на ногах летом нет ни одного живого места. Все, все в царапинах, ссадинах, вообще, в шрамах. Вообще не боится. Нет. Вон, видишь, что творит, глянь. О, ну да вообще. Ничего, ничего, класс. Ники, тут близко машины стоят. Буквально разочки есть. Миллиметраж. Сколько времени он уже занимается? Вот. Чуть больше года, да? Или за год? Больше года, да. Ничего, ничего, все равно, молодец. Получается, я видела, как получается. Он назад на него залетает. Это он ответственный, что съемка. И все равно к машинам поближе. Слушай, а идентичны вашему двору? Так четыре дома одинаковые. О, практически. Ну вот, видишь, все засняли. Ну да. Это мы идем пить кофе утренний в одно кафе интересное. Там наш знакомый мальчик нас ждет. И сейчас будет нас угощать кофе. Сейчас я покажу. Путаться, куда какая съемка у меня пойдет. Прям как коня на дыбы поставить. Да, и перекручивает колесо. Как это называется, трюк? Да. Как он называется? Полбара. Как? Полбар спина. Ого. То есть бар спина это полный оборот, который сосет грязь в прыжке. А это он полный.
Офигеть. Все, поехали. Просто наш двор более засаженный деревьями и зеленью. Ну да, у вас он более облагороженный. Классный вообще райончик, конечно. Ага, это как раз школа. Это садик. Садик, а ага. Школа, я вспомню. С белым, а это садик. Я вспомню, что там у вас школа и сад. Это я вчера приехала сюда и вот погостила немного, потому как меня ждут друзья, ждут клиенты, и мне придется вояжировать с квартиры на квартиру, с гостей в гости. Ну, хочется всех посетить, потому как в прошлом году я была, но была только у этих моих ребят. И еще с двумя людьми встречалась, а хочется как можно больше всех увидеть. Так, так. Так, где тут наше название кафе? С другой стороны, мы собрали. Как называется? Двор. Бар, двор называется? 12. Ясно, бар, двор 12. Обойдем с обратной стороны. В телефоне. Ну, так надо ему взять и... А что, там не поедешь, да, Никитушка? А, мы пройдем, да? Да, мы пройдем. У нас есть проход, у нас же ресторан там. У нас есть там магазин. Церковушечка как светится. Угу. Классные, конечно, дворики. Все так здорово, красиво. Нравится мне. Надо переезжать к нам же. Семейненький такой, да? Здрасте. Привет! А можно ты я? Мороженое можно заказать, всякие тортики. А тут что-то интересное. Забыла, взяла, отпила сначала. Ой, сколько пенки, как я... Печу, Мила, тетя Мила. Адрес. Адрес сейчас найдем. У нас прогулка по Киеву, вот такими мы местами ходим, и мы застряли в лифте. Интересно, конечно, куда мы сейчас выйдем. Потом буду записывать, как в лифте застряли, расскажу. Надо было сразу, с перепугу не сообразила, как кричали: помогите, спасите. Ого. Красивенькие такие. Так, кому сильно быстро, можно поставить на медленный просмотр. Интересно. Не могу я от него отойти. Какой красивый. Вот какой я Киев. Я еще не видела такого Киева. Видите, какой Киев я вижу. Видели вы такой Киев? Я люблю такие места. Это мы интернет-магазин искали. Зашли в интернет-магазин. Леви Страус тут продается вещички. Интересненько. Ну вот в таком закуточке. Все, идем дальше. Мне
как от Лукьяновки не отойдем. Мы все время на Лукьяновке. Ага, видно. Пройдемся, прогуляемся по парку. Я не знаю, почему это названо парком. Это скорее сквер. Мне, конечно, ничего не видно. Это скорее скверик такой. Красивый, осенний. Тут фонтан летом. А сейчас нет. Сейчас осень. Может быть, уже не засаживают. Ну, в общем, какая-то карта. Не буду показывать из себя сильно умную. По географии у меня была единица с минусом. Поэтому по истории двойка с плюсом. Красиво тут смотрится. Но я думаю, это все-таки не парк, а сквер. Видите, тут стройка, дорога. Это раз и скверик. Несколько входов в него. Чего? Здания. Жидкий рынок где-то тут. Старая часть Киева. Так, сейчас мы как раз спускаемся в магазинчик. Где-то у меня была похвастушка, всякие там прибамбасы для швейной машинки. Вот как раз магазин, в котором мы его покупали. Сейчас я туда зайду. Тут много всяких сувениров интересных. Ух ты, тут и уточки. Вот бы раньше мне сюда попасть. Получилась дезинформация. Нет, это пряжный. Там, где мы когда-то пряжу закупали. Но пряжа выбор. Выбор просто бомбовский. Там одна рубашечка. Золотых куча. Красивая все. Я люблю всякие такие деревяшечки. Красивые. Интересно здесь один. Я не знаю, как я буду монтировать, что куда. Вот одним файлом. Просто покажу, что я смотрела, что мне на глаза попадалось, пока я была в Киеве. Сколько разной красоты. Камушки. Это копеечные такие колечечки. Как я их называю, одноразовые, но миленькие. Это оникс, какой красивый. Какая селенит. И оникс.
Ну, очень красиво. Очень красиво. Слоники. Тоже люблю. А? Не знаю, что это за церковь тут. Ну, просто красоту снимаю. Григорьевская ворота. Если отойти дальше, будет хуже видно. Я вот все вот так покажу. Музычный театр. Это я не знаю, какое здание. Это нужно в интернете посмотреть, что здесь рядом находится. А это реставрация идет церкви. А это вот еще. А вот это здание уже 20 лет реставрируется. Но что-то произошло, не знаю. Не доделалось оно. Заснять. Красиво. Погодка хорошая. Не знаю, мне так нравится. Это здание, которое реставрируется, огорожено так. Если дальше отойду, буду с людьми сталкиваться, поэтому простите, как снимаю, так и снимаю. Хотя хотелось бы снимать более качественно. Не знаю. Не написано, что это за здание. Позади меня Киево-Могилянская академия. Нравится мне, что так сделали. Какое-то красивое здание. Так, ну, я извиняюсь, как сняла, так сняла. Вот тут написано. А, вот. А я смотрю, что дальше пошли. Все теперь понятно. Такой еще скверик. Ну, это все возле этого здания, которое реставрируется. Хлопцы сидят, пиво пьют. Какое кафе красивое. Передалось далеко много путя.